Поводом для масштабного концерта стал приближающийся праздник. Жители сразу двух микрорайонов Иркутска сегодня приняли участие в торжественном мероприятии, организованном в честь 72-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Были исполнены более десятка номеров. Творческие коллективы подготовили их в первую очередь для ветеранов. Никто из участников войны не ушел домой без цветов и памятных подарков от депутата городской думы Владимира Потапова. К сожалению, из года в год подобные мероприятия посещают все меньше людей с орденами и медалями на груди. Но даже те, кто не смог прийти на праздник, не остались в стороне. Администрация, во-первых, всех ветеранов поздравляет. Через Совет ветеранов передаются поздравления и небольшие сувениры. Кроме этого, мы также, мои помощники, мы объезжаем ветеранов, посещаем и также поздравляем. Потому что действительно сегодня, к сожалению, не все могут прийти на вот наше мероприятие.